мы просто смотрим. Мы не лазим здесь, мы просто стоим здесь. Мы стоим здесь, мы нигде не лазим. Хотим здесь стоять. Мне запрещено стоять здесь? Ну, вообще, вы откуда, с какого дома? Какая разница, с какого я дома? Я гуляю здесь, я имею право здесь стоять. Я никуда не лезу, я имею право здесь стоять. Я никуда не лезу, я здесь гуляю. Я просто стою. Давайте попробуйте вызовите. Ложный вызов, вы хотите штраф заплатить? Я не лезу никуда. Всем привет, ребят! Сегодня мы с вами отправимся вон на ту заброшечку. Не знаю, я... Меня чуть голуби не убили. Отправимся вон на ту заброшку. Без понятия, есть ли там охранник. Мы сейчас полезем и посмотрим. Сегодня со мной мои новые друзья. Вы их еще не видели в видео. Фанаточки мои, да. Ваня, Антон и Данил. Да, инстаграмчики я и ВКонтакте оставлю. Мы отправляемся, надеюсь, мы не умрем. Отель это должен был называться Мономах. Мономах? Мономах. Вид у него как бы красивый. Я бы очень хотел подняться вот наверх, где купол. Девчатки, подписывайтесь на канал. Роман Быков, как вас зовут? Меня зовут Ульяна. Ульяночка, тебя как зовут? Вита. Все, пока. Инстаграм Роман Быков. Хорошо. Ребят, вот смотрите, какое прекрасное здание. Короче, мы уже на территории, ребят. Смотри, смотри, шумит город. Тише, тише, тише. Стоп. Где здесь была лестница на оружие, помнишь? Это вот это она, наверное, да? Стой. Здесь по центру должна быть лестница еще. Она открыта. Хотя там охрана может быть. Смотрел там, где окна. Туда заворачиваешь, и потом еще один заворот. Стойте здесь, не вылазьте. Слышу, Антон, тихо. Стойте, найдите вас, Лина. Я позову вас, тихо. А, то есть можно здесь, да, пройти? Колонне, прям подходим. Колонне, прям параллельно мне иди. И ты точно так же. Стой, не вылази, пожалуйста, видно там очень все. Иди сюда, параллельно. Параллельно подходи, тоже так же. Сюда, параллельно, я же говорю. Потом, сейчас нагибаемся вот туда. Ребят, мы вроде нашли за вас. Это стрёмно. Куда? Ты держишь руку мне, да? Тише. Ребят, это трэш вообще. Просто нереальный трэш. Что, на самый верх сразу? В смысле? Да? В смысле, одна там еще одна была? Пятый этаж, ребят, поднимаемся. Очень страшно, реально. Потому что неизвестно, что, как. Если нас все-таки примут, мы не вандалы. Мы просто хотели снять видео и фотографироваться. Никаких умыслов. Вандали. Ванда. Ну, по мне. Выше. Вань, живи.
точно уверен в полу враги. Это уже вспомнил. Живите, ребят. Живите. Ваня, где? Это надо знать. Еще пёс, да? Он не боится, он будет нас везут. Божечки, финиш! Странно тебе. Аккуратнее, дырки внизу. Короче, ребят, мы поднялись. Сейчас, подожди, еще какой-то стоп-кадр возьмем. Мы поднялись, все, здесь больше нечего делать, мы отсюда сваливаем, да. Бай-бай. Да, все, теперь позинаем для... Все. Прыгаем, блядь. Самый напряженный поход на заброшку. А, ну ладно. Это было очень просто. Только... Фух, прям четко. Все, 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 все. Давай мне руку сюда прям. Ладно, ладно.
А вы снимали Uber? Максим. Как? Максим? Максим, да. А тебе? ДЦП. ДЦП. По-английски? По-русски, по-английски? А ты сейчас забьешь потом? Самет, да. А. Бля. На английском, мне просто нужно тебе показывать. Сколько у вас отличников? Да мало.